Я, Кравченко Ігор Михайлович, організатор форсування Дніпра, проводимо в Дніпродзержинську, вже п'ятий раз підряд. На сьогодні ми провели два номера програми. Це плавання в басейні і плавання в відкритій воді вокруг острова Кривий, 4,5 кілометра. Сьогодні ми намагаємося організувати рекордний для України заплив на 45 кілометрів між містами Дніпродзержинськ і Дніпропетровськ. Сьогодні 6 июня, і ця дата совпала з 250-літтям основання міста Дніпродзержинська. Пройшли торжества вже, і ми, наконец, торжество вирішили приурочити цей заплив. У нас определенные есть трудности с лодками. Сейчас будем ждать уже оставшийся приход лодок, формировать команды, экипажи. И старт будет дан, надеюсь, вовремя. 10 часов 30 минут. Спасибо. Березович Богдан, я приехал с Тернополя, привез команду Западной Украины. Львов, Тернополь, Хоростков. Мы выступаем за вторую сборную Украины. Плывем на шестой лодке. Думаем доплыть до Дніпра и там крикнуть три рази «Ура!». У нас получается как на выживаемость, да, Сережа? Насколько продержишься в воде? Вот это вот результат. А скорость плавания – это больше плавцы. Да. Да, ну будем стараться, будем пробовать. Да, сегодня мы здесь собрались на грандиозное по нашим меркам и масштабам событие. Планируется форсирование Днепра, Днепродзержинска до Днепропетровска. Я и Игорь Кравченко намерены одолевать этот участок самостоятельно вплавь. Другие же будут участвовать в сборных командах своих областей, городов. Несколько команд. Это будет эстафетное соперничество у них. Я приехал с Ужгорода. Впервые участвую в подобных мероприятиях. Хотя у нас, на нашем, так сказать, счету личном, участие в ветеранских чемпионатах мира, Европы по плаванию водного пола. Мы уже с 96-го года приобщились к этому. Сейчас очень популярность ветеранского нашего движения растет. Сейчас уже клубы существуют в Киеве, в Одессе, во Львове открылся недавно клуб. А львовяне горды тем, что могут ехать теперь отдельно ватерпольной команды своей собственной. И ужгородцы. Чем выше конкуренция на Украине, тем выше потенциал и наши возможности.
Знайшлися
хлопці, які плили на розстоянні Дніпродзержинська, Дніпропетровськ, дистанція 45 кілометрів, які мають натхнення, волю, відвагу таку. Спасибо. Цей поступок буде занесений відносно Книгу рекордів і буде записано, звичайно, Книгу України. Я хочу сказати, що таких хлопців треба бути дружими.